И потом мы с вами это обсудим. Давайте сейчас посмотрим. Шведский блогер Абдурахманов, который сам, по его же словам, не раз подвергался насилию, но выжил, также заявлял об убийстве Эльхана Сулейманова. Закопали заживо, то ли его повесили. Я в целом не хочу, чтобы тебя оттуда увольняли. Ты неплохо на самом деле там. Для меня, я имею в виду, для меня, для нас ты на этой должности неплох. Так как ты очень, очень часто ты как-то завуалированно, делая вид, что ты ругаешь нас, что ты упрекаешь в чем-то нас, ты завуалированно ругаешь и упрекаешь своих непосредственных хозяев. И это нам нравится. Поэтому в целом ты, я думаю, для нас ты там неплох. Тумсо, те, кто утверждали, что врача Кадырова жестоко убили, а выясняется, что он живой, они понимают, что подрывают доверие не только к себе, но и ставят под сомнение другие преступления Кадырова с их слов. Как раз это была хорошая подводка к нашей следующей теме. Действительно, с Эльхамом Алиевым, с Эльхамом Сулеймановым, прошу прощения, произошла очень интересная история. Этот человек, занимавший позицию министра здравоохранения в Кадыровской Чечне, вдруг в конце октября прошлого года просто пропадает, перестает человек вести социальные сети, ни с того, ни с сего, нет никаких предпосылок, он нигде не говорит, что он собирается уходить в отставку, ничего не происходит, он просто тупо раз и пропадает, в воду канул. И на протяжении, сколько уже, 10-11 месяцев, почти год человека не было. Нигде, он ничего не публиковал, никаких, никто его случайно даже нигде не снимал. Я периодически напоминал о нем, спрашивал, что с этим человеком, где же он пропал. Было очень много информации про него, что он убит, закопан, повешен где-то в квартире. И все еще так совпало, что буквально в период его исчезновения очень серьезно ухудшилось состояние здоровья Кадырова. Естественно, эти два события связывали между собой большинство экспертов, наблюдателей. И, в общем, я периодически об этом напоминал. И недавно канал ВЧК ОГПУ опубликовал информацию, что в соответствии с их источниками он убит, закопан заживо. И вот после этого многие проявили неосторожность, начали утверждать, что этот человек убит, его нет в живых. И на этом, конечно же, они погорели, кадыровская пропаганда поспешила выставить их дурачками. Но благодаря тому, что кадыровская пропаганда не сильно блещет умом, они даже эту информацию, даже вот эту ситуацию, которая была полностью в пользу их, то есть все козыря были в руках кадыровцев по этой теме, потому что об этом, о его убийстве написали всевозможные там украинские СМИ, иные какие-то СМИ. Об этом в прямом, в нескольких интервью украинским СМИ уверенно заявлял Ахмед Закаев. Причем делал это с каким-то невероятным пафосом, говоря, что там прокуратура Ичкерии, что-то там она, значит, уголовное дело возбудила, что-то там, значит, его закопали, родственникам не сказали. То есть настолько это было все уверенно сделано, а человек на самом деле живой. И получается, у пропаганды на руках все козыря, чтобы выставить вот людей, купившихся на эту информацию, поспешивших, чтобы их выставить дураками. И что делает пропаганда? Чингиз Ахматов, директор ЧГТРК «Грязный», выпускает видеоролик. И он умудряется, нет, чтобы взять вот просто по фактам, показать, вот этот сказал, а вот человек на самом деле живой, там высмеять, ха-ха-ха. Он в этот список, вот в этот перечень этих людей, ошибшихся, да, облажавшихся, он в этот список хочет включить и меня. У него, видимо, я его какой-то кошмарный сон, он постоянно обо мне думает, он хочет меня выставить дураком. И он берет в этот вот список, включает и меня, вырвав там где-то из контекста, значит, какие-то мои слова. Я вам сейчас покажу, что он сделал, как он вырвал из контекста мои слова и вставил в свой ролик. И в этом же ролике будет опровержение, то есть все мои слова будут приведены полностью. И потом мы с вами это обсудим. Давайте сейчас посмотрим.
Шведский блогер Абдурахманов, который сам, по его же словам, не раз подвергался насилию, но выжил, также заявлял об убийстве Эльхана Сулейманова. Закопали заживо, то ли его повесили. Эта информация, она-то давно ходит, как вы понимаете, когда я опубликовал о том, что этот человек пропал, двусмысленно намекал на то, что недвусмысленно намекал на то, что с ним что-то случилось. Я ведь уже обладал всей этой информацией. Канал ВЧК ОГПУ, телеграм-канал, опубликовал пост, в котором пишет, что многочисленные источники этого канала, а я напоминаю, что у них очень много источников в специальных службах российских, и вот эти многочисленные источники говорят о том, что его убили, его нет в живых, что его обвинили в ухудшении здоровья Рамзана Кадырова, посчитали, Рамзан Кадыров посчитал, что это была попытка отравления, попытка убийства, и за это его очень жестко, значит, наказали, и чуть ли там, то ли закопали заживо, то ли его повесили. Эта информация, она-то давно уходит, как вы понимаете, когда я опубликовал о том, что этот человек пропал, двусмысленно намекал на то, что недвусмысленно намекал на то, что с ним что-то случилось. Я ведь уже обладал всей этой информацией. Но я, конечно, себя не буду делать никаких заявлений. Я не буду говорить, что он умер, что его убили. Я не знаю, что с ним случилось, так как не исключено, что он там где-то в подвале все это время сидит или сидел, возможно, долгое время. А недавно его где-то выпустили, и он, может быть, с условием, что он там нигде не будет светиться, может быть, он просто ушел на дно. Да? Все может быть. И если мы что-то такое заявим, скажем, что его убили, его больше нет в живых, его с огромным удовольствием найдут, расчехлят, посадят перед камерой, и он будет говорить, что это все было нормально, он просто год был где-то в отпуске, отдыхал, а Тумсо, как обычно, взял там что-то, значит, наговорил на эту власть. Чтобы такого не было, мы, конечно, от себя таких заявлений не делаем. Мы просто говорим, человек пропал, мы переживаем. Мы искренне переживаем за этого добрейшего и добрейшей души человека. Поэтому мы эти свои переживания их озвучиваем. Врать? Да постоянно, к великому сожалению. Вынужденная необходимость. Видишь, Чингис, тебе для того, чтобы в этой ситуации выглядеть победителем, тебе нужно было просто не включать в это видео меня. И тогда в целом твой ролик, был бы правдив. Ты облажался даже здесь, там, где все козыри были в твоих руках, там, где тебе нужно было просто записать видео и рассказать, как есть, ты умудрился даже здесь облажаться. Поэтому теперь твой вот этот ролик, твое видео в целом выглядит как абсолютная лажа. Просто из-за того, что ты включил туда меня. Представляешь? В целом ты ведь там говоришь как есть, правильные вещи. Действительно, да, эти люди облажались. Да, действительно. Купились на эту информацию, поспешили, выдали ее. Некоторые вообще с каким-то невероятным особым пафосом ее выдали. Да, лажа невероятная, на твоем месте я бы тоже использовал, да, стебался бы. Но нельзя в такой ситуации, где ты абсолютно находишься в выигрыше, нельзя взять и туда какую-то ложь впихнуть, потому что тогда даже та правда, которую ты говоришь, она уже не принимается, она тоже выглядит как ложь. И вот из-за твоей, наверное, жадности в отношении меня, из-за твоей навязчивой идеи, постоянно выставить меня дураком, ты в итоге выставляешь сам себя дураком даже там, где ты мог бы выглядеть неплохо, мог бы по факту заслуженно над людьми поиздеваться, постебаться. Ты даже этого не сделал. Если ты будешь так продолжать вести свою деятельность, очень скоро ты перестанешь быть нужным твоему хозяину. И он тебя заменит более талантливым человеком, а такие люди найдутся, даже там в твоем окружении, те люди, которые будут делать твою работу, в основном врать то, что тебе нужно делать. Они будут точно так же, как ты, врать. Но вот в таких моментах они не будут идти на поводу у своих эмоций, у своих чувств, из-за своих личных каких-то там. Видимо, у тебя есть какие-то личные счеты со мной из-за того, что я во многих своих видео там разоблачал твою ложь.
Ты, видимо, поэтому пытаешься постоянно это, за это мне как-то отомстить. И вот эта вот твоя навязчивая идея, она мешает тебе делать ту работу, за которую тебе платят, за которую тебя поощряют. И, ну, тебе могут один раз, там, два раза, три раза это простить, но постоянно прощать не будут. Поэтому делай вывод из таких вот ситуаций. Я в целом не хочу, чтобы тебя оттуда увольняли. Ты неплохо на самом деле. Там, для меня, я имею, для меня, для нас ты на этой должности неплох. Так как ты очень, очень часто ты как-то завуалированно, делая вид, что ты ругаешь нас, что ты упрекаешь в чем-то нас, ты завуалированно ругаешь и упрекаешь своих непосредственных хозяев. И это нам нравится. Поэтому в целом ты, я думаю, для нас ты там неплох. Будь более внимательней. Не допускай вот таких вот ошибок. Если у тебя где-то есть за что стебануть, за что поиздеваться, то делай это, не включая туда вот эту ложь. Не нужно было выдергивать из контекста, тем более там, где тебя так легко опровергнуть. Эфир ведь лежит, он во всеобщем доступе. Тебя посмотрят там 2,5 человека, меня посмотрят гораздо больше людей. То есть ты ради этих 2,5 человек, которые тебя посмотрят, и поверят тебе, ты надеешься, что это даст какой-то результат, но даже эти 2,5 человека в итоге увидят вот это разоблачение и поймут, что ты солгал. И тогда даже та правда, которую ты сказал в этом ролике, она тоже не будет от тебя принята. Делай выводы, короче. Больше не допускай таких ошибок. انتظريني يا قدس انتظريني.